наш концерт потихонечку подходит к завершению. Осталось всего два номера. Вы не устали? Нет. Молодцы. А мы устали. Просто пришло время говорить слова благодарности. Во-первых, еще раз вкратце, да, прекрасным девочкам, великолепным педагогам, по совместительству еще нашим хореографам. И, конечно, огромное спасибо говорю ребятам, да, вот за то, что они, за то, что такие терпеливые со мной, да. Огромная благодарность родителям, да, мы без вас не справились бы однозначно. Спасибо вам огромное. Спасибо, что вы нас поддерживаете, спасибо, что не сопротивляетесь, спасибо, что ждете, когда мы не успеваем что-то сделать. В общем, огромное спасибо. И большое спасибо звукорежиссеру Антону Владимировичу за прекрасный звук. Надеюсь, мы... Да, спасибо Андрею Выпишеву за презентацию. Осталось на номер, да, сейчас, надеюсь, мы подарили вам хорошее настроение. Следующая песня называется «Хорошее настроение». Если вы там, я, вы дети из дома. Если вам не
Спасибо!